В Айтекибийском районе Актюбинской области начал работать придорожный сервис. Он расположился вдоль республиканской трассы Актобек-Кустанай-Астана. В этом месте большая проходимость автомашин. Сложности возникали в основном в зимний период. Водителям негде было перекусить и устроиться на ночлег. Теперь дальнобойщиков ждет двухэтажный гостиничный комплекс, кафе, СТО и автомойка. Придорожный сервис рассчитан принимать до 600 автомашин в сутки. Спонсировалось строительство объекта через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Работу здесь получили 20 местных жителей. Наш фонд выделяет кредитование за счет средств республиканского бюджета. И оно целенаправленно идет только на развитие сельского хозяйства. А благодаря программе «Бизнес-регионы» сельские жители могут развивать абсолютно все виды бизнеса. Они могут поднимать все виды услуг. Один из этих самых крупных проектов к тому времени – это был проект Айтекибийского района строительства кемпинга.